пускай себе идет там. Во сколько там бой, если пишет? Пишу через 20 минут. Ну, чтобы он пришел. Угу. Ну ладно, напишу. А, я не знаю, сколько у него времени. Короче. Что так тяжело? Да без меня играй теперь. Без тебя, без тебя. Да. Вообще. Хоть бы со мной, а то и без меня. Что батя заводит? Что не заводит? Не знаю. Сегодня три игры? Уже две. Может, даже осед успеет, слушай. Тут покурить ушел, что ли? Да. Мне надо лазер этот испробовать, пойдет он в бою или не пойдет. На каком уровне? Экипировки ты имеешь в виду на каком? Там у меня идет одна хилка, потом идет турель. Я хочу поставить турель на лазере. Я хочу этот лазер проверить, как он еще в бою себя покажет. Я ставил в прошлый раз. Это не очень эффективно, если кто бежит с хилой. Если один, тогда очень эффективно. Ну да, я видел. Я поставил ЛМГ ствол и стандартную систему охлаждения. Он дольше стреляет, как бы. Не решился я ставить жидкую. Двоих хватает убить зарядом. Да, ровно на двоих хватает. Еще 83%. Что-то из процентов 20 остается. Ну, да. Ну, я так себе сделал, не знаю. Снайперский ствол не поставил, потому что там скорострельность все равно же ограничена. Надо держать прицельно всегда чувака лазером, чтобы ему ХП хорошо снимало. А тут и урон, и скорострельность как бы средняя. Как раз для лазера, в общем. Еще голову насаживать вообще пойдет. Тоже пробовал, но урон. Меня урон смущает. Ну, в принципе, не настолько уже и мало. Там скорострельность гораздо больше. Да. Я тут. Можно, да, тоже попробую. Ну, что-то я ЛМГ буду использовать все-таки. Он же должен хоть для какого-то оружия подходить. Ну, как имба, что ли.
Я думаю, он для лазера его делает. Он, в принципе, для всего используется, но, блин, я для автомата пробовал, но нереально ему играть. Ну, им попади еще, блин, там разброс такой, надо целиться, и скорострельно слабо. А для лазера самое то. Разброса нету, чистый урон. Ну давайте уже поиграем, что ли. Давай. Все. А где Татьяна? Роман. Погнали. А, Тань, нашел видос, надо тебе ссылочку кину. В Wrongname с вами играл в августе. Интересный стрим такой у него был. С вами играл Стайлов, Михаэль, ты. Угу. Но они там победили, короче. Не, а фишка, побеждали вы. Без спойлер такой кинул, что никто смотреть не будет. Нет, а там смысл в другом. А там сразу так было видно. То есть вы победили, но это там описание к видео такое, что играл как-то у вас то ли, типа команда, что ли, так называлась, не знаю. Что вы постоянно бегали. Ниндзя Рокет, Стайлов, Михаэль и ты. Было да, такое? Было такое. Ну, мы не команда, мы просто все время играли вместе. Ну, я не знаю, я не перевел название, то ли, или он название придумал, или это оскорбительный какой-то. Ну, что вы, читай, его разозлили, он написал Дональд Дак, он в игру зашел быстренько, и они натянули, короче, раунд этот. А Стайлов просто что-то это перенервничал, видимо, и писал нуп-нуп на Wrongname всю дорогу. Весь матч нуп-нуп, хильщик нуп. Вот. Блин, где же люди? Нет, давайте подождем секунд 20 хотя бы. Может, он залазит. А вот и Макс в сети. Макс? Угу. Стайлов. А, о, я его тысячу лет не видел. Ну, он в скайпе. Не в игре. А он что-то, он играет вообще? По-моему, он мне последний раз писал, что что-то надоело ему. Да-да-да, надоело. Он позже вернется, он уже так пропадал один раз. Mm-hmm. Блин. Что-то. Ждите теперь, пока я вернусь. Мышка упала. А что я не убиваю от Лемы? Ой, какие булочки. Я уже из... Так, оп! Это было мое место! А мне почему-то на главной странице лудаута нарисован чувак с маски вот этой новой, ну, которая с пакетом шла с 20 тысяч блутония, ой, спейсбаксов. Странно. Он у меня ни в одной экипировке не числится, такой дядька. Он на главной страничке у меня. Ой, Вова против нас? Нет! Сейчас мне Вову, давай, лучом. Золотым дождем. О, я Вову замочила. О, ты чего? Упор целишься. Ну я... Подошел уже локтем бы меня пахнул. Короче, лазер я Артем, не смог. Артем, отвернись! Да я пробую уже свою новую пуху. Очень тяжело. Ну вот, задел краешком. Я вообще насчет прицела у меня такой беспонтовая тема. Не, вообще, это я такого. Стой. Я же говорю рядом, ну. Так я хочу. Вот, это раскручиваешься турелька, это пиздец. А, пиздец. Тут турель стоит. Вот турель с пульсом мне что-то тоже неплохая. Турель с пульсом, да. На нее, если бы напрямую нарвался, считай, погиб. Ну, у меня вон пульс огненный вообще, да. Все мои килы, которые у меня есть, это все с него. С нее.
Супер Лукас. Your team has taken the hammer. The enemy has stolen the hammer. The enemy has dropped. Your team has dropped the hammer. Ох, молодец, Супер Лукас со снайпом. Я убил одного, и это была турель. Ой, ты без трусов! Я в трусах. О, боже! Вот это да! О, ты не отразил. В смысле? Ну, прикольно. Выглядишь. Нубовский стреляем вместе. Любаша зафигачил. Нет. The enemy has dropped. The enemy has stolen the hammer. Ты убил? The opposing team has hammer has been returned. The enemy has dropped the hammer. Как же так? Быстрее, там на мостике лежит. Я не пойду. Ну, Бог, спаси. Уже все. Там же наш супер Лукас бегал. Чего он его не... Я ну, смотри, Таня, я не а что ты нервничаешь? Что ты переживаешь? Взяла и побежала, что такое? Нихуя я затупан. Я в тебя ни одной пулькой не попал. Попал, ничего себе. Попал? Я когда такое вижу, у меня рука прям... Вот так вот. Когда меня головы, в смысле? Или нет, что? Просто ну, враг на меня бежит. Я жестко пугаюсь. Да. А как по-другому еще могут, может враг идти? Прямо Супер Лукас красавчик, он бегает, козел жирный. Сейчас мы его со снайпа будем сносить. Лукас уходит. Да, блядь, с этими турелями. За долбежным. Даймон Ит, вот этот вот Демон Ит, он же тоже с какой-то команды, да? Не знаю, но он нормально играет. Я в дефис, уже не хожу за мной. Понял, а я тебя жду, чувак. Что он мне сказал? У него какой-то АИМ стоит. У кого? Стрелял в левую сторону. УРРКД. Вижу его. Стреляет в одну сторону, а попадает во мне все. Ни одного мимо не попал. Че, а, РДК, смотри, Лукас долбанул. Вот так. По вот левой стороне. Демониту. Я сразу оттуда свалил, ну думаю, нафиг. Да это и расчет был, вообще-то я сам. Ой. Приходи. Ова. Повеселись. Есть, Лукаса со снайпа, ребята! Вот он раскручивается. Переключился в прыжке и снял ублюдка. Каким вот составом так вы играли до этого? Да нулевым. Нам не пришлось играть. У них тоже не было человека. Ну, короче, наш покер, сыграли. Наш блеф сильнее за их. Вова, походу, в покер хорошо играет. Почему? Ну, типа, у нас он тоже сказал... где-то люди... Ой, он... у нас было куча людей, но... Ладно, все, я заговорился. Ты меня сама вывела на этот разговор. Зачем? Ну, говори. Мы же в стриме, что ты? А, мы в стриме еще, я вот... Но...
Главное, что мы победили. Чё смотри, это? Через всю карту Лукас. Короче, будет. Техническая Ужу. Победа. Ясно. Ага, хер, раз-два тебе, чувачок. Ну ты как раз успела вовремя. И работа примерно и началась тут. Если мы им дали время. Поняла. Что, так тяжело найти человека на игру, я не понимаю. Ну вот как бы, не, я скажи. Конечно рада и все такое, но мне кажется это так... Ой, я фигню какую-то. Да заходи в сторону побежал. В любую игру зайди, свистни, народ, кто хочет по турнирничать. Я уверена, что 1000 она собирается сразу. Желающих прикольнуться. Понятно, что это не будет командная игра там и все такое, но... Ну да. Но все равно. Если одного не хватает, правда? Нихуя! Не, не откажемся на замену. Стою с турелькой, ребят. Лукас, смотрю, забегай к нам в кишку, специально чисто меня грохнуть. И мы в два раскручивающих в него. Щит улетел, он улетел. Сила. Я сразу труп, и он тоже труп. Я упала. Да, ты понял, туда лучше не выходить, да? Че, я грамотно отступил? Че мне, зачем мне умирать? Правильно, правильно. Лукас отключился, а ты? Он не любит проигрывать. Согласен. Ох. Ой, я надо извини, А ты меня не попал, что извини? Да я говорю, вот, что я нубецкий такой. Нормик тогда получилось. Блин! Черт! Что за... А ты что, еще живая? Сел? Да нет, почти что. Ну это да, я заметил. Блин, я почти взяла, перепрыгнула его. Ну что за бред? Упс. Пойдем еще раз. Да ну 1000 мы уже не принесем. Догнал? Нет, просто он далеко бьет. Ну да, в спину в упор, ладно, если честно. Это было в спину в упор. На пупс голый. А пупс-то голый. Блядь, да с этими турелями. Вот это надо учиться у них. Он пошел в пещеру. Ракетой в упор синим шаром. Синим шаром. Ну да, у него так называется оружие. Блять. Не могу по нему попасть. Отлично, кто-то помог. Пупс. А где? Нет. Что-то у вас какой-то чувачок зашел. Совсем верно. Вытащит. Нет, вот этот птиц. Канонир зашел. Ничего себе. Что за вас? Что за это за мое? Вы ж проигрывает. Ну, Вася, я опять промазал. Ты же видел меня? Это было так далеко, что я даже не увидел.
Ну вот, готовчикс. Кто-то меня ранил, делал, по-моему. Ну я хоть не минус. Ты закинул на офсайт что-то это? Что? Ссылку на стрим кинул и все. На, вон кто меня садил-то. Этот издалека, пока я туплю с своей снайперкой. Нас отмоло. И что я могу сделать? Телефон! Айфон. Так, я после этой игры отлучусь на пару минут. И я на 10:55. Да нет, ну тоже на 5. Да, конечно, стол прикольный, но привыкать надо, но будем с ним очень. Так-то если попадать постоянно, это вообще. Ой, куда я его поставил? А, это у Пупса был телефон? Угу. Ёшкин, чё ж ты как косой-то? Сосед зашёл. Ура! Виктор из ЮС. Из ЮС, Виктор. Так и тут он вроде есть в разговоре, а не слышно его. У него опять, наверное, там что-то с микрофоном. Третий, я опять Сосед! Третий. Круто. Так, я сейчас отойду, приду скоро. И я отойду, да. Выходим. А где Ован? Не знаю. А что ты молчишь? Ты играл в игре был? Ты идешь туда, я думал, что-то ты это... И я отойду. Так, такой пушки надо привыкать. Ну, все то же самое, нападение, ствол и раскручивающийся. Это капец тяжело. Нет, нет, нападение, ствол. Сейчас скажу. Самый верхний, стандартный ствол. Ну, верхний сам. А? Нет, в винтовке пулю когда ставишь, винтовка обычно. Так. Только верхний вид ствола. Маленький. Привет. Кто это сказал? Привет. Самый верхний в винтовке, как называется по-английски? Ну вот его. Он с прицела на полкарты бьет, пули в тело все уходят. А если раскручиваешься, это еще и быстро все летит. Но я с него пиздец не попадаю. Таню только убил в спину в упор. Да я что сказал, Пьер? А, ну я и говорю, кто это был?
Я тогда из команды выйду. Вы просто не просто сейчас побегайте, постивитесь, а что-нибудь придумайте. Ну не придумайте, а, блин, хоть роли-то распределите на этот матч, и все. Мы же будем скрести пальцы смотреть. Ё-моё. По крайней мере, два зрителя точно есть. Ска, Алексей, Алексей, Федор. Минусом три. Три. У кого гражданский в эфире? О, давай девочку. Сделай-ка. Нет, это не. Я хочу посмотреть. Ну ладно, вот. The enemy has stolen the hammer. Это лучшее. The enemy has dropped your hammer has been returned. You have successfully captured the hammer. The enemy has stolen the hammer. You have returned the hammer. Your team has taken the hammer. Стоп! Ух, это что? Это что, нет? Ха, белый! Давай вот так! The enemy has stolen the hammer. Что ты? Быстрый, дай-ка! Your team has dropped the hammer. Your team has taken the hammer. Это на голову похож. Your team has dropped the hammer. Your team has taken the hammer. No more. Your hammer has been returned. What? Фух. Ты что такое? You have taken the hammer. Да, четвертый этаж, знаешь, там. Вниз вверх пробежаться. Не каждый лишь может. Только избранные, да? Это Эвил. Мы играните сейчас, распределите, кто что делает, и все. Давайте, давайте. Сейчас распределим. You have successfully captured the hammer. Ну, кто запускает партию? Асета, пригласи. Во. Сейчас попробуем, может, Вова будет бегать за этим, за молотом. Или, блин, лучше Вову оставить в обороне, я уже не знаю. Как ты хочешь, Вов? Как лучше пойдет?
Короче, смотри. Ну да. Ну, скажи, знаешь, только ли? Так у нас получится играть. Бо иначе у нас будут молот раз за разом воровать. Смотри. Просто у меня мины, понял? Вот за что я думаю. Вот, смотри, за. Вот так пойдет? Что? Или сейчас пойдет. А, рузится сейчас. Да, пойдет. Да, чувак, то, что тебе нравится, то и наряжай. Я же говорю, мне чем по обезбашиванию, тем круче. Я бы купил себе, чтобы он был полностью голый, но дорого стоит. Ты можешь несколько персонажей взять, чё ты? Вообще три перса можешь сделать. Так, давайте сыграем, потом будем наряжать персонажа. Перебоем хотя бы пару минут. Все, запускай. Все. Поиск. А, уже идет. Блин, а я на... А я сижу на стриме, думаю, что это игра. Так. Не получилось. В разных командах, да? Мы только кроме Танюхи, да? Ну вот я что думал, вот я просто минировать буду, плюс турель буду ставить. Не знаю. Изуру. Это он будет играть с нами сейчас. Он, кстати, в последнее время хорошо стал играть. Я с ним вчера встречался ночью. Вышел, я сам зашел в игру и с его командой, грубо говоря, играл. Они поднялись, лучше стали играть намного. Все, мы играем всех. Не, разве? Как зовут, она не умеет. Зачем кто-то эти помогает? Мамушка, мама. Дай, ну. Ну, так не попробуй. Ну, я Новый сын. Осет? Да, осет. Привет! Да не, он так все играет, слышишь? Если это эликсир будет заладная игра. Ну что, вот так? Вову будем... за молотом пускать, или что будем делать? Или вы уже более-менее сыграли с защитой? Нет, вы были чуваком из защиты. Под меня как-то закусил. На все это место. Но он тоже не играет, это факт. А эти тебе, ребята, они только ближе бои не играют. Да, не так не тем. Пацаны, так уже надо начинать уже как игру или я... А вон они тоже с нами сейчас в рандоме играют. Кто, Джеймс? Вот это... Да, это команда. Они тоже еще не думают лично. Сейчас разомнемся и будем играть. О, ты же плат включил. Да, сейчас он получит пиздюлей. Ну, блин, ну кто-нибудь, ну, поем. А с кем играть не придется? Нейтроны. Все.
The enemy has captured the hub. Ну ладно, зомби, ну ватрось. А я сыр тоже приоделся. А я предательница с другой командой. Так что, ничего не меняем или Вова будет бегать? Что делаем? Бегает путь, а получается. Что-что? Ты бегай. Мы с Вовой будем перед фланги прикрывать. Ладно. Или давай вдвоем туда фланги, когда Вова будет бегать. Я не знаю, как лучше сделать. Еще а, раз. Полный смысл. Пока я буду запускать, я решаю сейчас там переделать свое оружие. Мне надо снайпер купить для этого. Мне одно зарядное. Мам, зачем вы с мамой сидите? Нет, сам. Нет. Ноги не жесткие сидят. Есть 3 единицы. Есть сколько зоны? Да, 270. Это было бы лезть. Ох, блин, я не то. А потом что там? Денис, какой у нас там долг остается? Кто один? Кто один? Сейчас один. Так, что, собираемся или нет? Кинь мне еще раз привоз. А тебе 200 тенге? 210, 250. А куда Свет покинул партию? Да я вылетел, блин. Зачем партию? Надо уже свою игру создавать. Так он свою игру создает. Вова. Не-не, ничего. Куда? Приглашай пуп этого самого. Осетушку. Я? Нет, осет. Не пришел. Так ты уже в партии. Пуп. Да мне. Где я в партии? Ты уже в партии? Нет у меня. Я вот. Блин, ну нет, я не в партии. А мне нарисован в партии. Ну, я не в партии. Момент, я вернулся. Выкинь его, выгони его. Вова. Выгони его, он спорит со мной. Пупса, выгони. Он спорит со мной. Так, ну-ка, стойте-ка, дайте-ка я нарисую. Теперь все нормально. Лол. Это отличный приз-повод выгнать игрокам. Ух ты, ничего себе. Сейчас стоит. Даже не знаю, вот ничего не договорились, где ставить лечащую турель, где атакующую. Завтра заскочишь, Денис заплатит. Денис, селедку там 5-10, ты что забыл завтра заплатить? Привез, привез. Что, все? Трейлер-парк? Не, еще не выбрал. Мы будем брать трейлер-парк? По-моему, первый карт они убирают, а мы убираем типа. Ну, поставим. Подписка с ним, что забыл. Даже так, типа, игры. А,
Че, может, захват точек возьмем? Нельзя. Там такая... Можно? А, что, аннигиляция? Ой, аннигиляция. Как это? Доминирование можно? Yeah. Можно, что ты некаешь, да? Можно. Что ты мне рассказываешь? Можно. И смертельную схватку можно. Шампанское, инженерное. Помимо карты еще и режим можно выбирать. Просто в молот, ну как бы, поинтересней. Ну да. Ибо нехер тупить. Ибо чистка мне привез. Лодку мешок мне не привез. Ну, мне ухажер у себя. Я вам не привез. Ухажер. Как пишется date? D-A-T-E? Да сдохни или что? Да. Фиссури. Бля, они нас там разорвут. Ой. Подожди. Там надо команда играть. Там есть. Не получится одному бегать. Сейчас в кругу появляемся или не появляемся? Давайте, появим все в круг. О, все слышали? Андан, ты не купил? Да, Саша, подожди. Я позвонил, они говорят. Шампанское. Детское. Шампанское нет, еще не пошло. Наверное, следующий рейс. Паштет и шпроты. Весь это там какие-то разборки по-моему. Давай. Я до сих пор забыла. А, все нормально. Я в кругу. Вы тут одни. Ой! Оседа, брат, на базу. Пауза. Пауза. Пауза, стойка. Что, все? Да, нет, все? Все, уже не пауза, давайте. Точно? Так. Они помнят, что они на этой карте выиграли, да, Настя? Теперь они на этой карте. Давайте по игре, а не по тому, какая была. Окей. Дадим. Что, давайте? Давайте гуськом все идем на базу. Ну. Давайте, все, я. Турель. Упс. Ты такой, это вот. Тут. Расселя такой. Ну где вы? Мы только с Таней здесь почему. Ну, ничего нормального. Таня, лечи, Таня. Я тебя искала. Лучами темными, да? О, они пошли за нашими. Ну где ты? Смотри, они там золото пошли. Идем. Это не убил. Где? Вышел. Шел от меня. Я пошел. Ах ты, нет, они вдвоем на базе. Все, я при. Сейчас. Пусть он сидит. Все, идите вдвоем, пробуйте.
Возвращай свой. Отступай, иди к Львову, иди к Львову. Иди к Львову. Ну, нам видно же, вон его нет, ты туда беги. Не, я поняла, Осыпь. Сзади их держи. Он за что, заходит туда, да? Да не он, Стой. Говори. Уходи. Чё выходи? Говори тебе, куда заходишь, чтобы я был в курсе. Стой. Где, умер? Да. Я пошел. Иди и кричи. Ладно, пускай вдвоем. Я выйду сюда на один. Если увидишь кого-то, свисти. Они там все спрятались. Возвращайся. Так, возвращайся. Они там прессуют. Я не достойный. Вот это просто виднее, кто... Разоряжайся, не завтыкай, чтобы у тебя не хватило в самый ответственный момент. Печку сразу съем. Иди там, стой. Да. Стой, идет слева. Вот здесь хочу. Он ушел прыгать. Осторожно. Промазал. Все, нету ударов. Когда вы уже не такого-то? Господи, кто за него замуж пойдет? Кто за него замуж пойдет? Вы это тут? Все нормально. Пугаешь меня. Идет, пришел ко мне убивать меня. Кто? Ну да, у меня ударов нет. Ну, я спрятался в кишке, он где-то там бегает. Выбегай. Еще чуть-чуть я его докурю. Да, он труп. Одного убила. И хиль, Вову захил. Не стой. Приходила никого. О, вот идет, через бачок. Пуп, спрячься. Да, я вижу. Все есть. Еще в кишке появился один. Убивает. Отлично, все. Вы хоть доходите до их базы? Не доходите, да? Нет, я их отцеливаю. Может, кто-то поддержит молот? Держи. Да. Ладно. Хочешь, я попробую, но боюсь этого. Да. Чего бояться? Просто. Такая ответственность. На сутки надо к ним туда добежать и своим куком удобно, да и все. Пришел. Двое. Помогает. Жарят. Что там, Вова, говори, это он опустил? Ой, меня убили. Пупс, вали оттуда. Кишку, наверное. О, бля. Куда? Да, капец, он меня зажат. Таня, жарь его, он шотник, Таня. Жарь его. Ты стань по центру осет, там, если снайпером попробуй по снайперу. Не лезь им в лоб, не беги. На возвышенности будет. Я попробую как-нибудь. Мне очень важно, чтобы вы видели, кто по кишке идет, понимаешь? Идет кто-то по кишке, да? В кишке? Бой. Короче, говорите, когда в кишку кто-то из них забивает, это уже можно. Прямо бежит, и один по кишке. Жарь. Жарь, у меня рядом. Там их двое, ты бежишь на второго, насколько я это... Мама, деньги убеги! Блин, как мне их забрать? Ну, как? Бронистое оружие просто.
Да вот именно, что я бы сейчас сбегал, да, блин, попробовал. Ну давай со мной, давай... Да нет, куда? Давай я подержу. Боишься? Я боюсь, да. Я боюсь, да. Я по-любому не туда пройду. Ведь можно ко мне никого не пускать, а я же не могу. А? А ты нормально их жаришь, не пускай. Они раздамаживают, ты их добиваешь, нормально. Просто старайся точно в них. Я пойду пристану попробую с пацанами так. Все, считайте, что мона там немало. Почему? Вот все ушли, я сейчас останусь и все, пиздец мне. Поставь мне турель. Там, где ты ее ставил в тот раз. Да. И в ту сторону, ну ладно. Тут. Давай, пацаны, налетим. А, там Танюха, да? Танюха пошла там наводить шокер. Сейчас ждите Таню, идите втроем. По мостикам идите. Иди. Ой, джон-то отключен. Стойте, стойте. Они не пишут ничего. Ну, палцы. Блин. Какого? Слышишь, что он... Напиши ему этому уебану. Что это он делает? Гандон. Что случилось? Взял турель, разъебашил, когда паузу забил. Питу. Сейчас они так соберутся. Иди под хильву. Да видишь, он далеко. Да недалеко достанешь. Иди под хильву. Вова, выпрыгни. А вот он по мостику, ну, ахуй. Он туда, он туда. Да я на базе. Идут, убивай. Так, вот эту кнопку поставь. Вот как он ты... заходит через кишку, заходит сюда, один. Через меня... кишку один заходит. Один заходит. Вот они взяли уронить свою вещь сейчас. Хорошая игра, мне нравятся такие. Вот все бы команды были такие наши. В смысле? Так, блин, они наши. Хильтесь. Друг друга подхилюйте, не разбирайтесь. Да я сейчас это самое близнее. А ты пошел, короче, справа бежать. Куда справа? Там где кишка или справа, я понял. Одного я сняла, с другой мостики, стороны. Мостики, идите мостики контрольте, чтобы через кишку ко мне кто-то не забежал. Мостиками продвигайтесь к ним туда. Тоже через кишку выбегайте и ебашьте этого с молотом. Проем идите. Подхилю их, Таня. Видишь, если они двое без крестика, вот осет без крестика, ты должен... Через кишку один идет. Идет, да, все, жарит. Он Черт. Пацаны, вы там можете помочь мне снять? Господи, он умрет сегодня или нет? Ну. О, блин, я забрал. Умер. Забрал? Да. Нет еще. Я не знаю, как он остался, подойти, вернул кошку. Он его поставил? Папа подхватил его. Так я на нем стоял прям. Вов, ты там один, что делаешь? Ну, сейчас себе. Турель есть, ставь лечишь, надо. Ладно. Короче, Вов, я тебя жду здесь, я встаю. Вову сейчас встречайте и по мостикам, чтобы они через кишку ко мне не зашли. Идет через кишку один. Блин, все, встречайте. Я думаю, ничего не как-то вытягивает. Нормально, я его докурю. Докурила, но сама умерла. Жди его.
Выйди туда, посмотри, или там кто-то бежит, нет. Ну, мостики, чтобы ты просматривал. Все, беги за волк. Все, так через мостики идите, а сед вас прикрывает. Ай, блин, да что такое? Не-не-не, идите, бегите, пока не напишет паузу. Че вы такие? Вот все. Они, главное, стреляют, когда еще не написали старт. Вы их видите? Да, мы их видим. Пацаны? Готовьтесь, хильтесь, не стойте, хильте друг друга. Че вы? Это можно делать. Хотя одну еще не чтобы вытянуть. Да нет, да. Ну там минута дается. Вы засекли, когда они написали? Да сейчас мы идем в райтайм, в принципе. Так не, минута на паузу дается, а потом ебашится уже так. Без человека. Короче, говори, go минут later, типа уже, минута прошла. Да, по-честному. Да, я пока тортик кушаю. Сейчас мы чай купим. Все, давай. Шувай. Шувай, все, идите их убивать. Ты понимаешь, что он пишет, да, Вов? Пришли ему реквест, да. Приглашение верни. Да все, минута. Все, идите на них убивайте, похер. Да что вы этих же... Минута дается на паузу, похер. Вас бы никто не пожалел, так и знаете, что вас бы пришли и убили. Я вижу, пацаны пошли. Все, и не ебет, понял? Минута дается на паузу. Пошел в жопу. Да, мы вот сейчас у нас молот заберут. The enemy has stolen the hammer. Он съел аптечку. Да, ничего, сейчас возьму. The enemy has dropped the hammer. Your hammer has been returned. Думаю, такие хитро выебанные, слышишь? Мы будем целый бой ждать, пока кто-то зайдет. По правилам минута на паузу. Через все. Кишку. Я что, ни разу не видел, думаешь? Ну хуйню. You have achieved. Вот и все. Они выебываются. Так можно целый бой простоять, слушай. Это в правилах по-любому оговаривается. О, какие трусики! Это ты, что ли? Это ты? Да, Сережа. Это ты? Нет. Это ты? Скажи, если что это девочка. Это девочка. Это ты, девочка. Ну что, так можно и полбоя простоять. Правила записываются, минута паузы. Человек не пришел, все. Ой, это что там? Короче, а что не пишут? Они хотят соглашаться, да? Здорово. Пускай апеллируют. В гагу. В гагу. Только не эту карту, это пиздец. Ну там реально время заканчивалось, смысл вообще вот это ждать типа. Все правильно мы сделали. И дали им еще время отыграться. 30 секунд. Да, да. Б сторону. Не А, блин, херны на Б. Я с чего тогда взял, думал, мы будем на трейлер-парке. Да,
Джек Хаммер. Видишь, он спрашивает? Или Джек Хаммер? А, или он говорит Джек Хаммер. Мы сейчас выбираем. Все, троем, чисто занимайте там. Наверное, сейчас даже может быть... Нет, лучше появиться, лучше появиться. Все появляйтесь. Подожди, он не ту команду выбрал. Джимс. Слышишь, Сет, сразу голову постарайся отстрелить Изуру, хорошо? Он щит включает просто и может нас всех перебить на раз. Да, вот это мы тебе будем делать. Секунду. Если есть гранаты у кого-то, гранаты тоже в центр бросают. Не, ну если хотят, будем А. Мы, нам А устраивает нас. Мы можем А быть. Это на А, мы А? Да, поставь. Воу. А, поставь, да. Там место просто одно. Вот, кстати, где вот нарисована картинка, там самое удобное место для киндера. Мысли, мама? Через центр заходите. Да, да, есть такое. Я даже ногти грызу. Давайте, может, уже как бы начнем, они вроде написали. Нет, написали? Стартуем. Появляемся? Да, да, да. Ты можешь не появляться, поставь на базе турели огненную или лучше... Блядь, меня краш. У меня краш игры. Началось. Сейчас подожди. Захожу. Ёбаная игра. Не могут пофиксить такую мелочь, блядь. Тебе вот. Ну да, да, да. Сейчас я постараюсь... Вход, вход, лайк. Все, стоим. Я ушел. Как позвон подвигаться. Смотри, не заходит. Не зашло. Чего мне надо нажать? Список друзей, подключение услуг друзья, присоединиться или что мне сделать? Все, захожу. Захожу сейчас. Что там пауза? А почему, блядь? Они просто так сделали, как ты говоришь. Хорошо. Уже слышу, там убивают. Я ушел домой. Давай. Они все на базе сейчас. Я попробую. Сейчас они на вас затянутся, я подойду. Все побежали. Они по левой стороне пошли. Один справа. Снайпер. Одного сняла. Снизу идет один. Сняла. Куда он хочет молот? Вниз, берете вниз молот? Пошел, вниз, да. Попробую. Охренеть. Сняла. А, я сейчас умру. Я пробую тебя хилить. Не получается. Защищайте. Да, где-то... Отхиливайтесь, жестко отхиливайтесь. Пошел, он идет хилить. Иду уже, слева. Ну, помогай. Шотных забирают. Я трое сломаю. К базе, Вова. К базе. У нас отзвали. У нас взяли, и они втроем хилятся здесь на базе. У нас. Давай. Я тоже. Я умерла, и они втроем хилятся. Забрал я этот молот. Уходи. Блядь, один шот! Ну! Ну! Ёпта! Я не могу понять, ему что-то лагает. Пупс, ты там что? Короче, надо защищаться. Вижу, что ты меня как. Сейчас тоже буду хилить вас. Куда вы все разбегаетесь, блядь?
бежали, что-то все замолотало. Не надо за молотом сейчас. Нет, что ты там делаешь? Или иди, идем к кассету. Надо все вместе ходить. Чего ты? Мы бежали все за молотом. Ах, да, а сейчас почему? Ну, потому что ты умер, уже оказался здесь, а мы-то нет. Ну все, и ты там видишь, что сейчас происходит? Чего вы по нему не стреляете? Ага, так ты убежал куда-то, хер знает куда. Вернулись все, ну чего вы, блядь, не делаете? Валим. Я никогда не увидел, как он взял молот. Ну как, он взял молот висит без себя, потом он только... Все, не разбредайтесь. Сосед только может вылезти туда наверх, все остальные тут. Короче, вообще, Владимир, нам сейчас надо будет. Потом, я сейчас пойду, я жду, пока сок появится, дурацкий. Блядь, никак не появляется. А у меня турель все равно. Вова, можешь сбегать, если хочешь. Сосед, куда далеко пошел-то? Подожди. Я подожди-то. Снизу, возвращайся, лечу тебя. Таня, вверх, куда ты не спрыгаешь, ой, не спрыгаешь, сейчас же молот заберут, ну. Блядь, один опять я возле молота. Что, взял? Нет, не взял. Где она? Да, ну что, низом попробую разговор. Низуру. Ушел. Хорош. Джон. Дай отхилить. Низом сейчас кто-то придет. Нет, нет. Все, пошли. Говори, Таня, если низом попробуй. Понял. Сейчас я попробую. Отконтролирую. Сейчас попробую чуть-чуть продавить. Блять, хилю, но ты умираешь. Нет, не умер. Умер. Короче, здесь посмотри. Давай. Стой, я пойду умру. Взять сок надо. Не, нормально, Вов, можешь типа. Иди, не. Иди туда, к купцу. Надо их сжать. Сейчас я приду. Где уже? С левой стороны, справа их приманивайте их. Я справа. Сам, нет у тебя хитчика рядом, я с другой стороны. Я сейчас заберу. Ну что это? Бля, тут еще турель. У нас есть турели на базе? Да, моя. Только твоя. У нас гости, почему молчим? Не общаемся. Чего я не слышу? У нас на базе кто-то. Я сказал. Осеп говорил, да. Мы соседом мы тут это вот контролируем. По низу могут сейчас прийти. Короче, вы вдвоем воруете, а мы вдвоем, короче, будем сам защищаться. Да-да. Они там устроили жесткую деф-защиту. Все, они сейчас будут 600, за 600 очков они будут сейчас жопы. У нас один снизу идет на базе. Все, я прорвешься. Сейчас четвером идем. Можно мне помочь как-то вернуть молот нам? Да-да, все идем на базу уже, все снизу. Добрый вечер. Добрый. О боже. Всех хилимся, наверх выходим. Ну, где вы? Не-не-не, вот сюда наверх, вот сюда наверх. Ко мне, ну, все. Все, что-то, ну, тут наверху, ёпта. С правой стороны наверх. Под хилим. Все, пошли. Давайте он того снайпера. Не туда наверх, не к ним наверх. Не к ним, сюда. Справа. Да уже здесь, давай. Да что, все здесь, мы должны быть нахилены все. Да мы все нахилены, взяли. Кто стреляет, того хилен. Ну, Вова. Вова, все стреляют. Кто взял молот? Хил. Сед, живи, бля. Давай стрелять, а вот ты. Ну, уебей, им еще и бить можно. Да. Все, короче, этот молот не потеряйте, потому что... И у нас молот забрали, забирайте молот. Я пошел за молотом, короче, у вас еще так просто. Таня, вернись. Куда? Ну блин, ну куда? Все, зайка, у нас есть не прочь. Все, я знаю. Потом опять не получится никто. Да, получится. Да что ты их будешь там стоять обстреливать, толк? Блин, отхиль меня, Танюха. У меня нету отхилки. Сейчас я тоже не хилю.
Как это у тебя нету хилки? Так нахера вообще такое дело? Ну я не виновата, я хотела молот схватить. А, ты в этом смысле, я понял. Я хотела молот схватить, я сходила чьи-то взяла. Шо, шо, ну говори! Это они роняют? Сейчас я подсистем. Тут турель лечащая, вы в курсе? Тут наверху, да-да-да. О, кто-то стоит. Давайте проем, идите все проем. Сейчас я вернусь. Все, ушел. Ага. Слишком поздно уже. Зря я ударил. Упс, я сзади. Ставь турель лечащую. В этом проеме. Вот в этом проеме. Туда? Ну ко мне, да, сюда, да. Я пошел консультировать. Лечи осета, осета лечи. Он же вообще, ну, троем, троем, не, не двоем. Все, пошли, пошли, пошли. Отступите, пускай вместе вас там, ну, как или вместе идите. Идите, я пошел играть. Шесть минут. Загоняете? О, блин. Что ты? Я там чуть-чуть не знаю. Возвращаться в вас? Да, нет. Да, 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 черт! Я убила, но сейчас его... Возвращайтесь все сюда, давай. Сейчас, сейчас опять деф попробуем четвером сделать. Ну, сейчас турель ставлю. Уже идут, ну? Ну где вы? Не вы. И что я сейчас один туда? Пять, один, я нихуя, ну не могу. Ну. Вот еще один идет. Сейчас возьмут молот, уходи! Your hammer has been returned. The enemy has stolen the hammer. Your hammer has been returned. You have successfully captured the hammer. Куда, 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 куда? Таня, Таня, осет, один, один осет туда идет. Там турель для чешу. Есть здесь? Есть, нет, они тут как будут. Вот, давайте, давайте уже по дефенсу чуть-чуть. Посмотрим, что будет из этого. Осет их должен сдалека выцеливать. На подходах. Да, походу снизу. Нет. Куда? Снизу? Снизу идет один, идет, и сверху идет, идет, а? По правой стороне. Ой, по левой снизу. Вот, вот. Двое по левой. Еще один берет молот. Убил меня. Фу, бля, еле чуть-чуть беру свой упор. Давай сейчас планировать. За молотом, сейчас, сейчас молот очень пиздато у него украсть. Можно. Что делать? Не раз. Зура. Потом меня стреляет сверху, сверху. Прилетел. Шо ты? Кто шотный? Я вижу, он... О, взорвал его. Круто. Еще один берет молот. Есть, это брал. Хиль тебя, я же собираю сейчас. Кто пока не Таня, поставь лечащую турель. Сейчас, мне нужно найти что-то, где-то ящичек. Пошел нахуй. Отхильте меня тоже. Ну, где хиль? Встаньте все кучку, отхильтесь, ну. У нас взяли, берут носа. Да, блин, ребята, защиту, пожалуйста. Ну не могу я, блядь, тут сам, ну. Их отстреливают. Да я понимаю, блядь, еще и раз вот не успел. Идет, идет слева. Жирка, у тебя со всех сторон стоит. И у меня что-то будет все тебе. Все, забрал. Сейчас уйдет. Нет, я просто уберу. Да все, убрать. Пиздец. Говорю, блядь, будьте со мной в защите. Пиздец. Ушел за мной. Ну его на. Your team has taken the hammer. На меня вот. The enemy has dropped the... Your hammer has been returned. Ай-яй-яй-яй. Как мог так выиграть? Your team has dropped... Your team has taken the hammer. Все, ну позащищаемся. Давай позащищаемся. У нас четвером отлично получается. Что, давайте, начнем. Осет, беги вперед. Ну что ты шастаешь туда-сюда? Да я смотрю, может, еще успею. Все, быстрее, ну, ой, блядь, еле-еле, еле-еле заблудился. Еще один, еще один. Я за собой слоупок, я хуй его знаю, что он будет делать. Да, ёбки, гости.
Ну! Да, боже мой, ну что ты будешь делать? Ох, нифига. Давай, тут валю. Да валю как могу, блядь. Сзади. Отлично, отлично. Хил, молодец. Да ты хилишь там, да? Ну, наверное. Сзади вас. Все, никуда не убегаем. Видите, что он идет? У нас есть еще. Идет. The enemy has stolen the hammer. Здесь я снял. You have taken the hammer. Your hammer has been... The enemy has stolen the hammer. Этот убегает. Давай. Иду за ним. О, поехали, не стой. Ой, бля. Красиво разъебашу. Все, не подставляйтесь им хоть уже. Иди сюда, себе один минуту. Ой, дозволу. Дефить буду у тебя. Все, Вова, приряйте. Может, бля, руки затряслись. Все, идет. Сейчас я тут еще раз поставлю минку. Помогаю. Назад в поле. 40 секунд. Ох, не больше еще часто. Нет, конечно, слабо жить в этом. На базе. Идет. С той стороны волк идет, обратно. Проходи, турель. Турель ломает. Могут и забрать. Все. Сюда иди к нам. Иди к нам. Вот, сейчас. Да, не смогу. Еще одна игра будет сегодня, да? Да я нервный срыв получу. А они нас сделают, кстати. Там сильная команда. Через полтора? Сейчас. Я бы подождал. Как хотите вы. У меня, походу, торт включен. Нет, торт не включен. Фух. Там что-то булькало. Что на бедох смотрит? Вы не в игре сейчас? Да нет, уже все вышли. Ну, я только посмотрел, а игра когда кончилась? Да вот только что. А, ну вот это что-то подтормаживал у меня, видимо, нет. Ну, не, бля, я перенервничал. Так мой стрим тормозит, говоришь, да? Нет, это у меня, походу, пацаны футбол смотрят, там что-то кто-то стреляет. Нет, так оно идет с опозданием или ты нет, имеешь в виду? С опозданием, да. Ну как с опозданием? Картинка зависает. И часто она зависает? Ну, у меня, да, было. Но я вот сейчас смотрю этот стрим, ну, блин, нормально. Нет, я говорю, у меня, походу, перехватили интернет. А воин? А воин я не смотрел. Я вообще проебал, короче, фишку мне Алекс, если бы мне написал. Я не понял, что уже начало было. То есть я только вышел, получается, а вы уже в бой. Я думал, вы тренируетесь. Ну, это ас. Я включаю, но все нормально. Следующая игра с кем? Там Йоло, там всякие... Ну, молодцы, вы, молодцы. Прям. Это, Дэвил Год, прям красавчик, снайпер в команде, это супер. Ну. Его работу не видно, но, ну, потому что на стриме, а потом смотришь, ё-моё, пимс. Молодцы все, все молодцы. На стриме не видно, жалко, конечно, блин. Я так старался. Не, так, ну, а потом стоишь там, фрагов, мать, боже.
Industrials. Вот это они, да? Sneak Slips? Нет. А, Back on Strips. Ну, сейчас я тоже немножко перенервничал, капец, да. Ну... А я память. Меня немножко трясет, короче, сейчас. Да, да, успокоиться. Я просто, слышу, ты шел только, блядь, без разминки, нахуй, даже. Я тут бой откатал, без разминки, и все, все, лыжи. И начал, короче, втыкать их. Насчет вот этого минуты, пусть не гонят, отчитал минуту, у нас такое было. Постояли, минута прошла. Минуту, правда? Го, и попер. Пишешь го, и все. А там, тем более, оставалось 2 минуты до конца боя. И чё, у кого претензии какие-то, плевать абсолютно. Да, они типа опять мы типа, второй раз короче, лоханули. Ну, сейчас видел, да, кстати? Они типа нам отомстили. Так что все, блин, все, пусть ничего не чешут даже. У них был шанс неплохой для начала. Пупс вылетел, короче, пупс вылетел. Они стояли, а потом раз нас развалили, побежали за наши, блин. А мы там их уже ждем, блин. Ну вот тоже. Пока они добежали, мы их уже встретили, короче. Может кто-то еще глянуть мой стрим или тупит, или нет? Просто не охота. Не знаю, я смотрю, у меня нету никаких. Да я же говорю, пацаны смотрят. У меня поток тут, отлив интернета. Не по правилам поступили. Сейчас что? Я сейчас смотрю правильно. Дай пофигу, я думаю. Поступать на дисконнект случается. Если игрок отключился до того, как сделан с первого убийства, матч надо вообще перестартовать. Стали играть дальше. Не поняла, когда что? Если с самого начала игрок вылетел, то бой начинается сначала, то есть рестарт. Ну, в принципе, да, что такого. Ну, да, это логично. Было бы. Да. Короче, я что говорю. В принципе, ничего такого серьезного, я думаю, не произошло вообще. Они отомстили нам, так что пусть довольны ходят. Какие-то претензии. Там, понимаешь, все по правилам было. Он где-то проебался, грубо говоря. А у нас бой стоит, и остается 2 минуты. Минуту дается, я знаю, на это самое. Остановился. Предлагаю пометить направление. Хорошо бы найти комиссию 2 минуты, потому что я пока нашел только что. Ну это на предыдущих. Для командных игр. Я тоже с предыдущих это помню. Если кто-то вылетел, тогда может должен продолжаться, а если должен включиться, как только сможет. Или на замену. А, то есть вообще даже минуту не дают, да? То это имеешь в виду там вычитал? Ну и все. Это чисто обговаривается уже самими игроками, так что пошли они в пин. Все нормально. Ну, а ты кого там? У меня нормально, слушай. У меня твой стрим нормально идет. Да. Все нормально. Просто я не хочу там, чтобы были какие-то подлагивания. Но если там раз в 5 минут, в 10 минут что-то подвисает, то я думаю, это нормально. Угу. Это просто скорость у меня такая слабая. А так стрим идется нормально. У меня в один момент так рука сотряслась на мышке, что я не мог нацелиться. Ну это адреналин, чего прет. Куда деваться. Ну я предлагаю поиграть. Или кто что будет делать сейчас? Я, наверное, полчаса пока иду. Окей. Может, а в чем был вопрос? Что во сколько у нас игра? В 9 теперь? Ну, как бы через час и 12 минут? Как? Во сколько? Ну, мы снова начнем там есть час. Ну, давайте тогда я тоже отойду на час. Может, на 40 минут там? Да, пораньше приходите. Пораньше немного. Я постараюсь. 40 минут, хорошо, договорились. 40 минут. Блин, где название вашей команды выцедить? Вот этот сайт дебильный, вообще тупой. Кто? Где организовано вот это все? На сайт. Четвертое место. Да, он какой-то непонятный. Вроде все найти можно. Давай. Все найти можно, блин. И расскажешь мне, что там произошло. Где? На стриме? Ты же только что играла. Выключил? Ну все, не транслирую больше. Да. А Вова? Вова тоже выключил? Наверное. Теперь рассказывай, что там случилось. Где? Ну, днем, час назад. Что там случилось с командой?
Они написали, что у них кого-то нету, да? Нету, да, у нас вообще двоих. Ну, был Артем, Артем был. Ну, но все равно, по идее, у нас вообще двоих не было. Ну и Вова, как истинный покермен, покерфейс сделал. Типа, ну ладно, мы там подождем минут 10. Хорошо, так уже быть. Мы люди добрые. Ну, прошло 10 минут, говорит, все. Правила есть правила, таковые условия. Вы представляете, что свели тогда? Ты так еще рассказываешь смачно. Да, вообще супер. Это БЛТ, да, типа? Ну все, и нам победа. БЛТ, да, вот это? Да. Не, ну я тут была, я же сказала о семье. Я просто чай себе делала, и пока поднялась. То есть все честно. Древний друид там, да, заваривала чаинки, там, травинки все. Я просто все честно было. Если что, я бы сразу начала играть с вами. У них 0,5. Так, 10 место уже есть. 9, 8. Ну, мы где-то вот на 6 должны задержаться. Минимум. О, мы опять на четвертом. А как это время что? Для америкосов отчисляется? Как это, ну, грубо говоря, вы... Они там во сколько начинают играть? Ну, у них час дня. То есть 13.00 примерно, да? Офигеть, если бы у нас было час дня, я бы точно не... Ну, если бы мы в час дня договаривались, я бы не участвовала в турнире. Ну, да. А чего, смотри, прикол, как видишь, стрелочки вниз нарисованы, что включают? Да. А, типа БЛТ так не лучше. Ладно, мальчики, я ушла на 40 минут, постараюсь. Ты только без 29 приди хотя бы. Хорошо. Без 10 максимум. Ну, я здесь, я вообще возле компьютера, ну просто. Давай. Давайте. Сейчас. Замешусь. Блин, не такая уж и слабая у нас команда, кажется. Да вы молчите, вы ничего не говорите. Ой, я сейчас крюки пособираю. Я же нормально так и не дособирался бы. У меня, правда, 9 пособей осталось. Ты хоть насмешку какую там купил? А, я еще не брал насмешку. У меня 9,5 пособей осталось. Насмешка хорошая, стоит 4 с чем-то или 8 с чем-то, там есть за 8 еще. Я себе взял чайный пакетик, то что надо. Что, Артем, будешь играть? Че, подожди, я это делаю ачивку, ну, твич, ну то, что не просто голая ссылка, я приколюха, но. А куда вот ты это слышишь? Да, я закину на YouTube тебе ссылку, кину, потом ее заблокирую, и все. Дело в 3 секунды. А я что же? Ну, Twitch, думал, Twitch. А куда ты ее скинешь? На YouTube залью, ты ссылку не поймешь. Ну, я ничего не понял, но хорошо. Уже хоть звучит заманчиво. Не, выглядит как обычно говнецово, ну, отличность. Я, короче, дубинку возьму, как раз у рокера. Что за дубинка? Называется танец. Дубинка. А, танец. Дубинка называется? Угу. Что за... Под канканом, под деревенским танцем. А. Ну, короче, вот смотри. Я понял, да. Показывай, подожди. Я понял. Не, ну как он будет двигаться. А. Вот в таком наряде. Видно? Ну да, да. А мы смотрим. Класс, да? Блин, злой дядя. Ну-ка я это... демонстрацию экрана сейчас, если найду. Где его там делать? А, что плюсик, а, вот. Демонстрация. Все, сделал, начать. Черных тоже неплохо. Че, она пошла, что ли? Да, Редрас сейчас будет демонстрацию делать. Ну, на этом он назад подвергся сейчас. В смысле, уже идет? Сейчас подгружается. Что, скорость отдачи, походу? Ну, у меня, да, что-то, особенно со скайпом, вообще жестяк полнейший.
5 штук, что ли? А, так я сделаю вот так, сейчас будет веселей. Вот так. Постарайся. Я там есть начал. Что там вот есть, блядь? Раз в рот положить, блядь. Раз в рот? Что, не идет, да? Давай поможем. А, нет, все-таки не поместится. Я очень... Продолжается долго, походу. Ну, все, выгодно. Пацаны, спасибо, пацаны. Короче, не про канал, да? Молодец. Не, нифига, да? Ну, ладно, я остановил. Мы вообще неплохо посидели, но я думаю, промежуток надо сделать. Ну,